Добрый день! С вами Светлана Сельвинская, автор и ведущая женских программ, психолог, которая помогает женщинам реализовать свою истинную женскую природу для того, чтобы создавать гармоничные отношения с собой, в семье, в бизнесе и жить интересной жизнью. И сейчас я хочу поделиться своими впечатлениями о интенсивном тренерском курсе Елены Тарариной, на котором я была участницей. Это 10 дней очищения и 10 дней наполнения. И для меня из этого курса прозвучала такая важная фраза: научить нельзя, можно стать тем человеком, у которого можно научиться. Быть хорошим тренером – это быть таким тренером, чьи слова имеют силу от сердца к сердцу, кто передает свой реализованный опыт, кто думает, говорит и делает одно и то же. И для меня это о тренере Елене Тарариной, потому что, когда она говорит о щедрости, она сама щедро делится знаниями. Когда говорит о ценности времени, мы учились ценить каждую минуту, вовремя начинали, вовремя заканчивали. Когда она говорила о честности, она сама была с нами честна, искренне, настоящей. И информации кругом много. Есть много тренингов, тренеров, психологов, коучей. Но информация – это еще не знание. Для того, чтобы информация стала знанием, она должна пройти путь трансформации и стать качеством характера тренера, его привычками. И вот это я наблюдала и училась этому, как Елена передавала знания от сердца к сердцу. И я благодарю Елену Тарарину за пример того тренера, у которого я хочу учиться. Я получила на этом курсе, помимо знаний, общения с единомышленниками, много новых знакомств, я получила тот образ тренера, настоящего тренера. Также я хочу поблагодарить всю команду Елены Тарариной, которая радушно нас встречала, создавала нам условия для того, чтобы мы работали, отдыхали, общались. И хочу сказать, что если вы на пути к тренерству в любой сфере своей деятельности, помните, что научить нельзя, можно стать тем человеком, у которого можно научиться. А как это сделать? Вот все ответы вы можете получить на тренерском курсе Елены Тарариной. И в завершение я еще раз хочу выразить слова признательности Елене, всем единомышленникам, с кем я вместе проходила эти 10 дней, удивительных дней, и всей команде. Благодарю от всего сердца.